Так, начинаем. Начинаю репортаж. 7 ноября. Нет, декабрь. Декабрь, уже декабрь. Новый год. Я сейчас вышел на океан. Это открытый океан Атлантический. И сейчас покажу, как можно купаться в океане в декабре. Не бойтесь, и делайте то же самое. Где бы вы ни были, где вы увидите водоем, о, медузу. Где вы найдете водоем, а там купаться. Это очень полезно для здоровья и, в общем-то, приятно. Как вы видите, я продолжаю двигаться в открытый океан. Волны подвигаются, бьются об меня и обтекло потом. Но я продолжаю движение. Так что не бойтесь, повторяйте, делайте то же самое. И все будет под контролем. Потому что это проверено. Вот смотрите, вот так. Океан бурлит. Почти 5 часов, уже не очень жарко. Можно даже сказать прохладно, но все равно это не мешает мне вести свой репортаж. Так что, пожалуйста, приезжайте, делайте то же самое, и у вас будет заряд здоровья на весь год. Вот, волны продолжают накатываться, но я умудряюсь держаться на ногах. Попала соленая вода в глаз, несмотря на очки. Ну, в общем, даже уже бегу от... Накрыла волна. Волной накрыла. Ну, ничего, все. Продолжаем. Вот так. Так что приезжайте во Флориду. Можно купаться круглый год. И не бояться быть замороженным и покрыться льдом. Так что приглашаю всех на зимний сезон в Окаратон и другие места. Но если вы не здесь, то все равно продолжайте или пытайтесь сделать то же самое. Должно получиться. Раз у меня получилось, будет получаться у всех. Так, надо, наверное, еще чуть-чуть. О, окатило волной весь мой телефон. Ну все, окей. Достаточно на сегодня. Как видите, океан здесь. Завтра он будет опять на том же месте. Так что, если сегодня вы не смогли, приходите завтра. Все будет как положено. Ну, пока.